Приветствую всех. С вами Нидерамус, мы продолжаем проходить второго крока. Что это нам скажет? Боб любит джинджер-соду. Особенно сделанную дома. В общем, возьми одно ядро. Ну, в общем, он нам рецепт какой-то дал. Но, понятное дело, что у нас нет возможности это сделать. Так, тут, кстати, какой-то уровень тоже есть. Быстрее, Крок. Гобы заперты в ледяных пещерах. Спаси их. Хорошо, Крок быстро их спасет. Спасите... В общем, в ледяной ловушке. В общем, да. Гоба в ледяной ловушке. Вот, даже выход у нас завалило снегом. Но этот уровень, по идее, должен быть попроще, потому что он, как бы, по идее, первый в этой зоне. Может быть, здесь не будет столько льда. Музыка. Там музыка просто. Гоба... Друзья, Гоба заперты во льдах. Если Крок спасет Гобу, тогда Гоба поможет очистить снег с двери. Ну, а, в общем, мне, насколько я помню, ну, естественно, я этот уровень тоже проходил, но, конечно, я его куда хуже помню. Но, по-моему, здесь надо кругулятора дать. Я пойду вот туда, а в итоге выйду через вот эту дверь и смогу прийти вот к выходу как раз. А, мне, кстати, походу, даже вот эту штуку надо протолкать. И вот первый момент, где вот эта штука используется. Фух. Это же такой пугающий прыжок, скажем так. Давай. Нет, я хочу бинокли. А, это мне, типа, дали спуск. Ну, конечно. Я успешно, опять же, все прозевел. Ладно, сейчас попробую еще разочек на эту штуку. Кстати, тут я видел... Где-то этот... Камеш. Вот я смехота была бы, когда я бы его пропустил. Так, сейчас надо посмотреть, где эти платформы. А, они просто вот так идут. Окей. А, нахрена? Серьезно. Что? А, окей. Это мост. А. Так, туда мы сейчас пробьемся. Это хорошо. Нет, не удалось. Ага, тут надо. Отлично. Крок лучше другого. Thank you.
Гоба нажмет кнопку для моста. Крок протолкнет его через мост. Здесь бы кто ее нажал. О. А, эта кнопка универсальная на весь мост держит. Мощно. Давай спустись-ка. Так. Да, все. Ну, помог. Красавчик просто. Да, ну толкаем ее туда. Куда мы ее не потолкнем? Нам надо, видимо, зайти. А. Я думаю, что они не собираются, а я прямо ровно-ровно между ними стал. Ага. Ругаемся, конечно же. Ой-ой-ой. Та-та-та-та-та-та. Хорошо. Куда я так тороплюсь, непонятно. Вот ящик очень приличное время для взрыва. Спасибо. Ты нам срубишь дерево, да? Да, я срубаю дерево. Крок толкает блок через дерево. Я тут пошел с нами. Она собирается еще помочь? Иди сюда. Так, естественно, главное вот эта цель. Да, пофиг. А тем более у меня жизни максимум, так что жизни мне точно не нужны там были бы. Что ж, пройдем или не пройдем? О-о-о. Прошли, ура! Красота. Я серьезно не был уверен, что я удастся пройти. Нам нужно застопорить этот механизм. Наверное, в этом нам поможет тот, кого мы здесь найдем. Что там, музган какой-то, что ли? Я не понял. Крок, герой Гоба. А, это не музыкант, у него просто эти наушники, которые... Ну, чтобы уши не мерзли, типа. На... Остался понять только такую важную вещь, есть ли у Гоба уши. Но это мелочь. Гоба остановит вращающийся мост. Крок превращает... И пройдет по нему. А, он просто выкинул несколько шестеренок. Замечательно.
сугубо, а если они еще кому-то понадобились бы? Какой недальновидный гобба. Его проглотила пещера. Грустно. Минус ящик. Так, я тут. Опа, здорово. Ага, там гобы застряли. Это что дает? Непонятно. Если я... А это не двигается все. Гоба счастлив. Крок спас. Ага, и я где-то 5. А, вот 5. Чё от меня хотят? Опа. Гоблин заставит лифт работать быстрее. Прыгай на лифт. Ага. Вот оно что. Ну и хорошо. Ну, пролезай ты. Крок спас Гобба. Гобба достанет динамит из ледяного блока. Дым-дым-дым-дым. Взяли, сперли. Ну да, вот кругулятора дали. Вот легкая миссия вот это была. Уровень, точнее. Спасибо, Крок. Без проблем. Ну на этом, конечно, я все равно закончу данную серию. Потому что следующие уровни наверняка могут быть еще жестче. Так что будет такая коротенькая серия. На этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии. До новых встреч уже в следующих сериях. Всем пока.